Мася, конечно, тоже меня немного расстроила сегодня, потому что ее вырвала. Если честно, я, конечно, очень сильно переживаю. Но вот, слава богу, она кушает. Прямо ждала влажный корм. Я вот сейчас ездила на Вайлдберрис, забирала этот... Что там про план, по-моему, заказали. Конечно, при таком скоплении животных понятно то, что у нас и своя там инфекция гуляет. Именно поэтому я и не стала ее селить в кошачью комнату, где вообще там больше 60 кошек живет. Поселила здесь. Дальше буду смотреть, наблюдать. Надеюсь, просто там, может, шерсть нализалась. Вылизывалась, может, поэтому вырвала. Чего? Сейчас вам там тоже угощение купили. Сейчас девушка в магните работает, она про нас знает. Купила им там Феликса в желе. Так, это как называется? Кот из дома, мыши в пляс, да? Только у нас, скажи, чуть-чуть наоборот. Уже лазит тут по столам. Вот, я говорю, для Маски про план пришел сегодня. И вот девушка нам сейчас подарок сделала в магазине.